Здравствуйте, вы на канале Урал Спецтранс. На сегодняшний день популярной становится спецтехника с крано-манипуляторными установками. В данном случае КМУ ИТ-150 на бортовом КАМАЗе 43-118. Крано-манипуляторная установка позволяет производить самопогрузку, а также грузоподъемные работы с весом до 6,5 тонн. ИТ-150 с тросовой подвеской крюка обладает массой 2,9 тонны. Максимальная грузоподъемность его составляет 6,6 тонн, а при максимальном 19-метровом вылете 300 кг. При этом обеспечивается грузовой момент до 15 тонн на метр. Также она имеет максимальный вылет стрелы среди всех моделей КМУ «Инман» 19 метров. Угол поворота 420 градусов и максимальная глубина опускания до 18,3 метров. Все эти характеристики позволяют КМУ ИТ-150 доставлять грузы в самые труднодоступные места. Базовое шасси КАМАЗ 43-118 30-90-46, двигатель Евро-4, дизельный с турбонаддувом с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха мощностью 300 лошадиных сил. Коробка передач ZF-9 механическая 9-ступенчатая. Благодаря способности опускать грузы ниже уровня земли, кран-манипулятор ИТ-150 отлично подходит для строительства подземных коммуникаций и котлованов. Важной особенностью является безударное опускание груза на землю. КМУ серии ИТ с тросовой подвеской крюка позволяет точнее позиционировать груз за счет наличия гидравлической лебедки и тросовой подвески крюка, а также проводить грузоподъемные работы за препятствиями, за стенами, заборами, ограждениями. Управление грузоподъемной установкой с сидения на колонне входит в базовую комплектацию КМУ ИТ-150, что обеспечивает полноценный обзор зоны проведения работ. Поставляемые с краном опоры размахом в 5,6 метра имеют гидравлическое выдвижение и ручной поворот. Конструкция бортовых платформ «Уралспецтранс» является собственной разработкой компании. Специалистами проведен большой объем работ по достижению максимальной надежности и конструктивной функциональности надстройки. Грузовая платформа имеет ровный пол, настил которого выполнен из стального листа. Бортовой автомобиль оснащается бортами собственного производства для удобства загрузки. Все боковые и задний борт являются откидными. Для более удобного подъема на грузовую платформу на заднем борту закреплены откидные ступени. Задние стойки борта оснащены ручками с внутренней стороны. Со вкладными петлями облегчает их монтаж. Для расширения функциональности и возможности выполнения других задач бортовая платформа «Уралспецтранс» может быть оснащена дополнительным оборудованием. Не забывайте подписывайтесь на наш канал «Уралспецтранс». Всем пока!